Ученик-чародея выступил на сцене Самарской филармонии. Дуэт ему составил Его Величество Король инструментов. Органная импровизация с элементами акробатического шоу. В репортаже Екатерины Сидоровой. Босоногий музыкант. Он после репетиции следовал правилу: за незнакомый инструмент в обуви не садиться. В педалях, не в клавишах вся сила органа, уверен басист Флориан Марн Уврат. Еще важен настрой. Он знает. На сцене с 4 лет. В Европе его называют учеником-чародеем. Свое искусство юному дарованию передал знаменитый мастер Оливье Латри, органист собора Парижской Богоматери. Самара напомнила Францию. Живописные крыши, старые дома, красивые люди. Мне хочется дарить им музыку, импровизировать. Ход концерта непредсказуем. Он присаживается за рояль и импровизирует на заданные залом темы. Когда за органом именно молодые люди играют, когда они передают настроение, творчество и вот эта позитивная энергия. Прямо сейчас. Да, здесь и прямо сейчас это великолепно. Публика не отпускает, вызывает трижды на бис. И это не предел возможностей. Каждые 7 лет в жизни нужно что-то менять, считает и басист Флориан. В 2007-м он был признан лучшим органистом мира. Сегодня меньше концертирует, больше преподает в Парижской консерватории. Пишет музыку и сам. Еще через 7 лет мечтает отправиться в путешествие по городам, где гастролировал, чтобы увидеть мир не из окна концертного зала, а живьем. Екатерина Сидорова, Сергей Анненков, Вести, Самара.